Две пожарные машины и 8 спасателей вчера вступили в борьбу с огнем в Иловайске. В городе железнодорожников загорелось частное домовладение. Пламя охватило 61-й дом по улице Фрунзе. Огненная стихия уничтожила почти 40 квадратных метров кровли жилища, 2 оконных блока и дверь. В оперативной сводке МЧС также значится, что в результате пожара в Иловайске погиб 48-летний мужчина.